Ира, ты не представляешь, как я люблю лето. Почему ты не представляю? Я тоже люблю летнее солнце и каникулы. А вот и нет. Для меня лето — это веселье, друзья и игры. Ого, я даже не подумала об этом. К слову, хочу рассказать, что недавно в Ленёво прошла игровая программа для детей. Интересно, а расскажи поподробнее. Сейчас все увидишь. 27 июля в Ленёвском парке отдыха прошла игровая программа «Веселые старты». Программа была наполнена множеством веселых конкурсов, эстафет и игр, которая не оставила равнодушным ни одного ребенка. Все дети обожают лето, ведь это самое яркое и веселое время года. Для ребят это пора долгожданных каникул, где их ждет тепло, радость и море положительных эмоций. А главное, летом можно найти массу увлекательных занятий. Именно этому замечательному времени года была посвящена игровая программа, которую провел Ленёвский дом культуры. Спортсмен всю жизнь стремится к одному, и чтоб достичь заветной цели, всегда режим зарядка поутру, и тренировка каждый день недели. Выше, сильнее, дальше, быстрее, только вперед, только вперед, ловких и быстрых, сильных и смелых. Погода порадовала всех своим теплом, яркое солнышко согревало ребят своими лучами и дарило счастливые улыбки. Лето – замечательная пора, словно специально создана для того, чтобы дети бегали, прыгали и веселились. Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они – важный источник радостных эмоций. Лето – это в первую очередь отдых, тепло и веселье. Мальчишки и девчонки встретились в парке отдыха, чтобы поиграть, потанцевать и провести время не только весело, но и с пользой. Ленёвский дом культуры, как всегда, был рад встретить детвору и радовать их новыми конкурсами и приключениями. А самое главное, мероприятие могли посетить дети абсолютно любого возраста. От точки, где находится команда, от стартовой линии, попасть в любой из этих емкостей. По очереди. Итак, начинает команда «Олимпийц». Кидаем. Есть! Команда «Чемпион». Ух ты! «Олимпийц» второй раз. Не торопитесь, пожалуйста. По очереди, по очереди. Ага. Все, попытка только одна. Так, не торопитесь. В парке собрались самые быстрые, ловкие, спортивные. В ходе мероприятия ребята смогли окунуться в веселую, дружескую атмосферу, поиграли в интересные озорные конкурсы и веселые эстафеты. Неотъемлемой частью мероприятия были задорные песни, которые звучали на протяжении всего детского праздника. Дети получили заряд бодрости и отличного настроения. Ручки вверх, все приготовьте, чтобы быстрее поймать всех. Шар не должен упасть на землю. Передаем, передаем. Можно не двигаться. Друг от друга не Все были активные, веселые, жизнерадостные. Ребятам явно понравились игры на сплочение коллектива, а также игры с мячом, которые способствуют развитию ловкости. Мероприятие прошло незабываемо и подарило участникам хорошее настроение. В завершении программы все получили сладкие призы за активное участие. Ир, как же быстро лето пролетает. На следующей неделе уже август. Не говори, впереди последний месяц отдыха, а потом снова за работу. Как-никак, 9 класс. Ой, у меня аж мурашки пошли. Давай не будем о плохом. У меня вот велосипед в гараже совсем запылился. Кажется, я поняла твой намек. Я с удовольствием составлю тебе компанию в велопрогулке. Отлично, но сначала нужно попрощаться с нашими телезрителями. До новых встреч! Пока-пока! Хаба-хаба-лака-лака, ку-ми, ку-ми, хаба-хаба-чамана, ку-ми, ку-ми, хаба-хаба-лака-лака.